Мозырский государственный политехнический колледж на ниве физической культуры и спорта добивается просто выдающихся результатов, занимая высокие места на всех состязаниях, где его команда принимает участие. От районных турниров до республиканских стартов везде представители МГПК среди лучших, и не случайно. Уже не первый год в этом учебном заведении проводит торжественную церемонию награждения с артистическими номерами и почетными гостями. Одним из них был Сергей Владимирович Лазуренко, гребец на байдарке, прославившийся на весь мир своими успехами в силовых видах спорта. Важно отметить спортивных успехов политехникума директора этого колледжа Сергея Николаевича Дашкевича, руководителя физического воспитания Николая Мефодьевича Калацея, а также одного из лучших тренеров Беларуси в различных видах многоборья Виталия Александровича Зеленко. Мероприятие проходит в рамках недели цикловой комиссии, проходит традиционно, уже не первый год. И каждый год мы подводим итоги спартакиады, награждаем лучших учащихся, лучших преподавателей на этом торжественном мероприятии. Из лауреатов особо отметим Артура Каленского, Кирилла Михаленко, Егора Черняка, Владислава Давидовича, Артема Свиридова и Антона Бондаря, для которого 2019 год стал одним из лучших в его спортивной карьере. Я считаю, что этот год прошел достаточно хорошо, но можно было где-то подтянуть и где-то выступить лучше, но каждый день, каждую неделю мы работаем над этим и стараемся улучшать свои результаты. И надеюсь, в следующем и в этом году мы будем спать лучше и лучше, чем предыдущие года. Среди представительниц прекрасного пола настоящей королевой спорта в Мозырском государственном политехническом колледже считается Валерия Алышко. Одареннейшая девчонка, которая, достигнув значимых успехов, стремится поднять планку достижений в 2020 году на новую высоту. Я считаю, что этот год будет спортивным очень, потому что у меня стоит цель перепрыгнуть 250 сантиметров и закрыть таблицу по бегу, постараться на 2 километрах и постараться больше выступать за колледж и защищать его честь. Приятно и показательно, что в Мозырском политехникуме бережно относятся к спорту, физической культуре, понимая все значение здорового образа жизни, активного отдыха для молодежи, которая, это показывает практика, увлекаясь спортом, приобретает ценные качества, которые пригодятся юношам и девушкам в их взрослой жизни, в профессии.